Хочу рассказать про один маленький миф про работу электроклапана. Для многих данное явление является показателем того, что электроклапан работает. Для многих это является привязкой к какой-либо поломке. То есть они говорят, что вот так происходит у меня в двигателе, значит, электроклапан исправен. То есть сейчас речь пойдет о том, почему на некоторых двигателях при холодном пуске двигатель набирает обороты, а потом сбрасывают до нормальных рабочих где-то в пределах 1000-1300 оборотов в минуту. Они на некоторых двигателях при холодном пуске двигатель сразу начинает работать на нормальных оборотах. То есть на тех оборотах, которые являются нормальными для прогретого мотора. И многие считают, что двигатель раскручивается до высоких оборотов по той причине, что электроклапан работает, он исправен и сбрасывает обороты в тот момент, когда электроклапан закрывается. И многие считают, что если двигатель холодный во время холодного пуска не развивает обороты, то значит электроклапан не работает. Это на самом деле не так. И привязка, кстати говоря, работы электроклапана к количеству оборотов на самом деле миф. Одно с другим вообще никак не связано. И сейчас я вам покажу на практике и объясню, почему и почему же одни двигателя развивают обороты, а другие двигателя не развивают. Это Aprilia Zona 51, 50-кубовый итальянский мопед с водяным охлаждением, и у него нету автоматического обогатителя. У него здесь есть ручной подсос, такой же, как на машине. То есть здесь ничего не происходит так, как, допустим, происходит на классических Хондах, Ямахах, полтинничных с маленькими колесиками. То есть вы подсос по мере надобности вытаскиваете сами. И вот здесь, кстати говоря, можно очень хорошо проследить процесс запуска двигателя на холодную с вытянутым ручным подсосом и что происходит. И здесь я буду точно знать, когда он открыт, а когда закрыт, поскольку я этот процесс контролирую. То есть, как видите, сейчас двигатель начал сыпать обороты. Многие считают, что обороты падают в тот момент, когда электроклапан закрывается. На самом деле это не так. То есть я, как видите, не подхожу к двигателю сейчас, к мопеду, и не трогаю подсос. Он сыпет обороты по той причине, что получается как бы вторичная заслонка открывает не только топливо, но и добавляет воздуха. И двигатель некоторое время работает на повышенных оборотах, поскольку он слишком холодный, и смесь является оптимальной для того, чтобы раскручиваться до нужных оборотов. То есть обороты поднимаются. Сейчас двигатель частично прогрелся, смесь стала богаче относительно его температуры. По мере прогрева получается, что смесь становится богатая, и двигатель снижает обороты, поскольку ему стало воздуха не хватать. То есть сейчас он начал более или менее стабильно работать, и я заслонку закрываю. И вы слышите, что мотор еще снизил обороты. То есть, как видите, обороты падают не тогда, когда закрывается электроклапан, а тогда, когда двигатель набирает первоначальную температуру. На самом деле двигатель развивает высокие обороты только лишь тогда, когда он слишком холодный и получает в этот момент оптимальную смесь в большом количестве. То есть оптимальное соотношение бензин-воздух и в большом количестве. Это можно сравнить с открытием ручки газа. То есть когда вы поднимаете, поворачиваете ручку газа, двигатель, разумеется, развивает обороты. То есть фактически при помощи электроклапана происходит то же самое. Только поднимается не дроссельная заслонка, а заслонка электроклапана. То есть электроклапан вместо вас газует. И двигатель один развивает обороты, повышенные во время холодного пуска, по той причине, что смесь оптимальная. А другой двигатель не развивает этих оборотов, потому что смесь слишком переобогащенная. Либо двигатель недостаточно холодный. То есть так бывает, что, допустим, зимой двигатель развивает повышенные обороты, а летом не развивает. Это происходит потому что летом двигатель относительно теплый, атмосферная температура в пределах 20 градусов, двигатель, разумеется, тоже 20-25 градусов, если стоит на солнце, и того выше. И для него смесь, которую дает электроклапан, обогащенная, слишком бедна воздухом, поэтому двигатель оборотов не развивает, его сразу же заливает. Поэтому обороты держатся в пределах нормы. Зимой же, когда двигатель холодный и его температура часто не превышает 0, а бывает и ниже,
то та смесь, которую дает электроклапан, является для его температурного режима во время холодного пуска оптимальной. Поэтому двигатель развивает обороты, то есть бензин эффективно горит в холодном моторе. Как только мотор прогрелся, та же самая смесь с тем же соотношением бензин-воздух начинает быть для этого мотора переобогащенной. В этот момент мотор снижает обороты, потому что ему уже мало воздуха. И через 2 минуты электроклапан закрывается полностью, закрывая и подачу бензина, и подачу воздуха. И двигатель уже, будучи частично прогретым, начинает работать в штатном режиме, питаясь топливом исключительно от жиклера холостого хода. Надеюсь, достаточно доходчиво объяснил.